Многодетная семья из Намского улуса стала победителем номинации «Сельская семья». В Москве определили самые крепкие, дружные и талантливые семьи года. Подробности у наших коллег. Российский конкурс «Семья года» – это уникальное мероприятие, объединяющее лучшие семьи Российской Федерации. В этом году он расширил свои масштабы, нашел поддержку в обществе. В оргкомитет поступило 322 представления на семьи победителей региональных этапов из 85 субъектов страны. Торжественное награждение победителей прошло в концертном зале «Измайлова». Перед началом церемонии гости знакомились друг с другом, устраивали семейные фотосессии, приняли участие в битве хоров за лучшее исполнение популярных песен, внесли память записи в гигантскую книгу семейной мудрости. По итогам конкурса многодетная семья Ивановых из Намского улуса Республики Саха стала победителем в номинации «Сельская семья». Республика Саха, Якутия. 8 детей. Давайте сделаем памятную фотографию. Вы соберете с собой в Саха, Якутию. Памятные призы, подарки и награды дружная семья Ивановых получила из рук депутата Государственной Думы Ольги Окуневой. В семье Ивановых 8 детей, старшему из которых 17, младшему 2 года. Родители Нергуяна Алексеевна и Иннокентий Михайлович стараются, чтобы каждый ребенок стал достойным гражданином своей родной республики. Ивановы – победители Республиканского фестиваля семейных проектов, обладатели премии главы Республики Саха, награждены многочисленными благодарственными письмами за активную общественную позицию. Организация очень на высоком уровне, и мы поблагодарим организаторов этого конкурса, также свою республику. Надо отметить, что Якутия уже второй год имеет победителей в этом конкурсе. В прошлом году в номинации «Золотая семья» победу одержала семья Жарковых из села Хатасы. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, НВК Саха, Москва.